все наши подписчики, кто сегодня находится на нашем канале, снова с нами. Сегодня продолжаю видеообзор домашнего дивана углового с атаманкой. Вот как мы видим, я установил уже переднюю царгу, диван обтянут. Атаманка тоже уже собрана, подлокотник собран. Немного попозже придется все это сюда принести, на этот стол, откуда все началось. Целиком я все это вам покажу. Вот ножки примерил. Ножки будут на этом диване другие. Вот ножки мне сделали краснодеревщики. Такие вот буковые. Немного другое их попросил сделать. И такие ножки сделали. Ну ладно. Вот мы видим, на столе у нас стоит уже собранный диван. Угловой домашний диван с атаманкой. Такой вот диван у нас получился. Вот из этого листа ДСП. С него все началось и закончилось вот таким диваном. Но, к сожалению, на этом диване будет только один подлокотник. Потому что, когда ездил замерять размеры, вот подлокотника не будет. Тут с этой стороны подходит батарея. И вот здесь вот, где верхняя подушка, тут будет угол не 90 градусов. Даже я не могу описать его словами. Может быть, при перевозке этого дивана удастся мне на квартире все это заснять. Возможно, я прикреплю это к этому видео. Так вот он выглядит сзади. Ну, атаманку давайте откроем. Вот эта часть у нас называется атаманка, которую я в предыдущих видео постоянно рассказывал. Вот такой ламинированный короб. Так вот он выглядит изнутри. Так вот она работает. На этом хочу попрощаться я с вами. Следите за нашими дальнейшим видео. Подписывайтесь на наш канал.